Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Kazuko Family. Если вы слышите эту мрачную музыку, то значит мы играем в Broken Sword 3. Вот. Так что присаживайтесь поудобнее, ставьте чаечек, кофеечек, как это сделал я. А мы вот пытаемся разобраться, что за херня тут происходит. Первый раз почему-то мне показалось, что были какие-то проблемы с тенями. Да. Ну, сейчас вроде бы с ними все в порядке. Мы играем за Джорджа Стобарта. Так, стоп, подожди, а как мне бежать? Вот так? Да. Стоп. О, чем-то мне, кстати, джинсы напоминают, как у Томми Мерсетти. Из GTA Vice City, кто помнит. Так. Я не пойму только одну деталь. Так, не забывайте про лайки. Про лайки не забывайте. Приглашайте друзей. Я не буду поборзей. Так. Я не знаю, кстати, либо это будет финальный стрим. Он может быть долгим, либо... либо предпоследний стрим. Я, в принципе, разберусь. Но игра пока что меня, в принципе, радует. В плане... кроме стелса, стелс напрягает, а вот в плане... этого, как его... атмосферы, сюжета, новых элементов, которые... Это была старая сточная труба, ржавая и погнутая. Труба была заткнута старой жестяной кружкой. Так, бери ее. Так, теперь у нас есть кружка, чтобы наливать то маслицо, да? Только вопрос, а как вернуться назад? А? Либо дверь заела, либо ее просто заперли. Капитан Очевидность, да? Что, назад вернуться, что ли? А как? Подожди. А, все, вспомнил. Я дебил. Я забыл, что там был этот проход в Гнарнию. Значит, в этом моменте игра начинает немножко приседать. Мне это не нравится, но... так. Меня вопрос в другом мучает. Подожди. Я не знал, что мне делать с этой кружкой. Наливать чекушку. Что тебе делать с этой кружкой, Джордж? Масло начало капать снова. Давай. Я набрал немного масла в старую кружку. Хорошо. И что нам... масло, капающее на пол, могло стать причиной пожара. Но тут вроде не курят, как бы, Джордж, не? Ты мог бы об этом подумать? Либо дверь заела, либо ее просто заперли. Окей. Не надо каждое действие комментировать, Джордж. Хотя для квеста, в принципе. Так, а нам надо было сюда, нет? Стоп. Тут тупик, да? Да. Чё, спуститься? Куда? Куда мы можем, Джордж, спуститься? Объясни, пожалуйста. Я зря это делаю или нет? А то мои зрители скажут, что я... что я, да. Что я туплю. Да, зря я, походу, спустился, да? Так, подожди. Но мы с того балкона возвращались, да? Я дебил.
По-моему, надо вернуться, просто смазать те петельки. Чтобы вернуться назад, это было бы слишком... Да. Ну, дурачок, что сказать. Не догадался. Думал, кружка нужна для какого-то другого дела. Ну, что поделать, иногда я страдаю отсутствием логики. А почему? Да хрен его знает, может, просто невнимательный. Критичный к процессу игрового таланта. Так, опыта точнее, такс. Да, мне не стыдно в этом признаваться, потому что я играю первый раз. Реально первый раз. И для меня это, наверное, мой игровой опыт. Не лучшая идея. Ты еблан. Решетки слегка приоткрылись, и все. Крюки страшно заржавели. Наверняка крюки можно было расходить. Я надеялся, что масло смажет крючки. Да, да, давай. Я почти услышал, как крючки вздохнули с облегчением. Вот так. Внезапно у меня перед глазами встало заглавие книги. «1001 способ использовать ламповое масло». Поздравляю. Мадам Петра, мы не слышали, как вы приехали. Я вижу. Приятное было путешествие? Нет. Теперь быстро займитесь своим делом. Оба. Мы приносим извинения, мадам. Безопасность здесь хромает. Да, мадам. Ваши вещи отнесли в ваши апартаменты. Хорошо. Жалкая сучка. Ха-ха. Да, не настоящая жалкая сучка, да? Ладно. Каковы ваши обязанности? Следить, чтобы никто не прорвался через главный вход, мадам. Я боролась с желанием поспорить с ним на двадцатку, что он никудышный охранник. Такс. Сколько у нас человек на объекте? Двойной состав по периметру. Мисс, никто не сможет войти или выйти так, чтобы мы об этом не знали. Полная гарантия. Если таковы были его представления о гарантии, то это было не то место, где стоило покупать часы. Доложите обстановку. Возле главных ворот стояла сломанная машина. Что-нибудь подозрительное? Просто глупая французская бабенка. Наверняка у нее бензин кончился. Ну, это я ему припомню. Глупая французская бабенка, как же? Так, ладно. Время пока потарахтеть со вторым. Все в порядке? Я немножко нервничаю, мадам. Это мой первый рабочий день. Просто следите, чтобы никто не пробрался. И он не станет вашим последним. Став блондинкой, я обнаружила в себе легкую подлинку. Мне это нравилось. Все. Видите этот карандаш? Да, мадам. Есть 15 способов, которыми я могу убить им человека. Да, мадам. Виноват, мадам. Все. Виноват, не виноват, если мало съебак раз. Просто счета за доставку. Одни за продукты, другие за стиральный порошок. Не хотела бы я обстирывать эту компанию. Так, а что нам? На железной двери не было ничего похожего на ручку. Зато на стене была штука для чтения магнитных карточек. Значит, ее надо найти, правильно? Блин, мне непривычно, мне порой кажется, что это не... Это, как её, не... Ника, а это...
Макферсон, вот. Так, что у нас тут? Опа-на, ты кто? Простите. Пожалуйста, мадам, не прерывайте меня. Я могу допустить ошибку. Мне нужно, чтобы вы ответили на несколько вопросов. Техник, ты кто? Что именно вы делаете? Простите, мадам, у меня строгий приказ докладывать только лично сеньору Сусару, пока мы не закончим подготовку для астролябии. Да, конечно. И все? Так, ладно. О, Винда XP, походу. Так, какие-то книжки. И все. Я не собиралась отключать компьютеры. Да я об этом. Расхаживая здесь, переодетая в Петру, я рисковала жизнью. Самое последнее, что я намеревалась сделать, разбить что-нибудь и привлечь к себе внимание. И что, нам делать тут нечего, что ли? Мне совсем не стоило возиться с вещами, в которых я ничего не понимала. Ты не понимаешь в компьютерах, журналистка? Ха-ха. Смешно. А как ты делаешь свои эти, блядь, как ее? Прогнозы. И что делать? Мы ж не сможем выйти? Ладно. Опа-на. Простите. Вы мадам Петра? Совершенно верно. Как я могу вам помочь, мадам? Какая злая собака. Обучена убивать, как только отстегнут поводок, мадам. Отлично. Не вздумайте отпускать ее, когда я рядом. Ясно? Ни за что, мадам. Ты слышал, Шарик? Эту даму трогать нельзя. Шарик? Ха-ха-ха-ха, Шарик. Прикольно. Так. Опа-на. А мне кто-нибудь скажет, куда валить, нет? Я ж могу так по всей территории гонять. Твою же мать. И куда? Так, а ты что скажешь, чувак? А ну-ка. Эй, ты! Помоги мне. Вы мадам Петра, нет, верно? Нет, блядь, ее копия. Нет, я Мадонна. Во! Ух ха. Ты! Идиот! Разумеется, я мадам Петра. Какая отвратительная собака. Спасибо, мадам. Как ее зовут? Гитлер. Подходит. Лучше подходит, чем Шарик. Да, весело. Подожди, а что там внутри? Тот самый же двор, да? По-моему, да. О, я иду тем же путем, что и этот. Как его? Что, блядь? А что тут? Подожди. А с тобой можно? Здесь настоящий свинарник. Простите, мадам, я не знаю, кто вы. Я мадам Петра. Неужели непонятно? Разумеется, мадам. Я должен был догадаться. Угу. Так что, нам делать тут нечего, что ли? Не пойму. Куда валить-то? А то будем сейчас по 3 часа по территории бегать, как идиоты. Да? Что тут? А, ну тут выход, подожди. У нас есть последняя здесь, а она что, заметит, что ли? Оу. Что-то мне как-то неохота рисковать, что там. Кстати, надо сохраниться, что ли. Да, так, наверное, будет получше. Так. Может, и не надо было на улицу? Так, стопэ. Мужик. О, отлично. Есть новости? Пока все спокойно. А как насчет нападения изнутри?
Все схвачено! Хорошо. А теперь будьте так любезны объяснить, почему вы читаете на дежурстве? Я просто стараюсь совершенствоваться, мадам! Сделаете это еще раз, и следующая книга, которую вы купите, будет набрана шрифтом Брайля. Так точно, мадам! Простите, мадам! Железная дверь вон там. Через нее реально пробраться? Нет, мадам. Это самая надежная дверь из всех, что бывают. Кстати, мадам, вы уже виделись с начальником охраны? А если нет? Нет. Я выслушаю его доклад, когда придет время. Он ждет вас, чтобы выдать вам пропуск. Ах, да. Где я могу его найти? Он проверяет охрану внешнего периметра, где-то снаружи. Спасибо. Куда увели пленного? В офис сеньора Сусара на нижнем уровне. Он там один? С ним пошли два охранника, мадам. Он не сможет сбежать. Да, в ваших интересах, чтобы этого не произошло. Так, подожди. Начальник охраны, а где он? Значит, где-то снаружи. Интересно. Подожди. Так, а тут у нас тупик будет, да? Вот же, блин. И чё делать? Куда валить? Если можно всех убить. Ну, если бы это, например, была бы... Займитесь! Приберите здесь хоть немного. Вы свинья. Кто вы? Я свинья, мадам. Ладно, чувак. А что ж там было-то? Можно вообще было пройти? Опа-на. Все-таки можно, да? Кто вы такой? Ну, быстрее, у меня не так много времени. Начальник охраны, сержант, мадам. Я мадам Петра. Я только что приехала. Разумеется, мадам. На ваше имя заказан пропуск. Прошу. Спасибо. Так. Авторизовать может, я так понимаю, это шлюха, техник, да? Авторизовать. Да ёб твою же мать. Подожди, чувак, ты мне не нужен. Ну да пока все просто, в принципе, понятно, что делать. Так, подожди. А это, как его? Техник этот, она внутри? Это хорошо, что я не пошел в этот... Как его? Я вспомнил, где этот техник. Нет, в принципе, игрушка интересная. Мне нравятся все эти моменты. Чё? В плане чего? Так, а ну с ней поговорить. Подожди. Так, слушай, у меня с тобой разговор есть. У меня есть несколько вопросов. Да. Давай пропуск. Карту нужно активировать. Можете это сделать? Конечно, мадам. Я же говорил. Все просто, ребята. Нужно включить. А что ты так кидаешь? Вот, пожалуйста. Теперь извините меня, мадам Петра. Я должна вернуться к работе. Сеньор Сусаро будет очень недоволен, если я ее не закончу. Ладно. Окей. Пропуск забери. Тикс. Хорошо. Пропуск мы получили, а это значит, что мы можем пройти, так? Так. Так, теперь второй этаж, я думаю, не нужен. Конечно, надеюсь. Парадные двери в здании были большими и тяжелыми.
Я чувствовала себя героиней древнего ужастика. Где-то за этими дверями наверняка скользил высокий печальный дворецкий. Если бы. Так, подожди. Ну, давай. Я этого ни за что не стала бы делать. Чтобы открыть дверь, мне нужна была работающая карта. Наконец-то. Мне пришлось через такое пройти, чтобы заполучить эту карточку. И теперь мне отчаянно хотелось увидеть, что скрывается внизу. Давай. Погнали. Так. Конечно, камера тут иногда поворачивается просто обосраться. Так, а что тут у нас? Кто? А, ну этот будет тут, как его, Стобар, да? Камера была заперта и пуста. Опа-на. Так. Что такое? О, нет! Кто-то шел сюда. Давай. Долбанем. Типа. Чего? Я знал, что похищение вонючих носков ничего не решит. Мы уже играем за этого Стобарта, да? Интересно. Так. А нам что-то нужно тут обыскивать, нет? Или нужно? Тип. Но я помню, что тут тоже что-то нужно взаимодействовать с этой колонной. Подожди. Что это такое? Брать стиральный порошок мне было незачем. Ну, никто тебя его не заставляет аж брать. Подожди. Так, подожди, единственный выход это что получается? Стоп, а шкаф? Нельзя? Твою же мать. Стобар, ты меня огорчаешь, братюня. Так, подожди. А в этой корзинке что-нибудь есть? Нет, да? Ладно. Дверь была заперта. Мне все больше и больше казалось, что я в тюрьме. Но ведь как-то эту дверь открывали. За дверью не было слышно ни звука. Так, подожди, а как ее открыть? Не понял. Нам что, в ковер надо укрыться, что ли? А что делать-то, алло? В смысле? Так, стоп. А куда двигать-то эту? Чего? А что там? Может за ней что-то? Подожди. Нет. Ладно. Чё-то я нихера не понимаю, вот честно. Двигаем всякую херню. Так, ладно, логично. Включим, попытаемся логику, да? Ладно. В смысле? А чё делать-то? Алло. Дверь-то... Стоп. Стоп. Куда... Ну, чё сказать? Охуенно? Чего? Кто-то в этом замке всерьез подсел на стиральный порошок. В моей старенькой настольной книге морпеха была специальная глава. Оценка боевой силы противника путем захвата запасов стирального порошка.
К моему стыду, я не мог вспомнить точной формулы. Да ты шутник, Стобарт. Да ёпарасы ты, не туда. Да двигай её обратно, блядь. В смысле? Не понял. А как мне теперь ее двинуть? Алло? Бля, ну это не смер... В смысле? Подожди. Там значок был. Подожди. Где он? Брать стиральный порошок не было незачем. Я понял, как бы. А почему я теперь не могу двинуть? Вот сейчас будет очень прикол, жесткий. Я сейчас... Тихо, подожди. Как убить Джорджа за 5 секунд, да? Он автоматически ее задвигает? Или как? Да ёпарасете, Джордж. Ну не трахай мне мозги, а? Все вроде бы хорошо, нет, блин, ты... Блядь, наконец-то. Стиральная машина изящно скользнула на тележку. Аллилуйя. Наконец-то у Джорджа мозги появились. Так. Стопчик. Автостопчик. Ну-ка, поехали. Давай. Раз, два, ухнем. Вот. Вот так. Это что за звуки были? Лишние. Так, подожди. А тут что? Тут тупик? Или нет? Или ящик? Не понял. А что снова? Это что такое? Подожди. Я ж надеюсь, ящики снова двигать не надо? А то было бы очень... Очень не очень, да? Ага. Получай, гад! Ты что? Джордж! Кто это? Это я, Нико. Упасть. Я думал, ты Петра. Ты часто так к девушкам подкрадываешься, да? Только к блондинкам. Выходит, все так и есть. У них жизнь и вправду куда интереснее. Поноси парик подольше и узнаешь. Трущобный шик. Не мой стиль. Ого. А как ты сюда попала? Заметил особые меры безопасности. Думаю, Бруно где-то рядом. Тогда чего мы ждем? Так, мы играем уже за обоих, да? Так, что нормально, а что нам теперь делать? Как-то Бруно, что ли, спасать? Опа-на. Чёрт! Что ты делаешь? Чш! Охрана! Они стерегут дверь вон там. Должно быть, там Бруно и есть. Я могла бы пройти, но тебя пристрелят, если ты попробуешь. Ты должен придумать, как обвести их вокруг пальца. То есть с тобой не прокатят, да? Ладно. Так, подожди. Бестолку. Дверь была крепко заперта. Если бы у меня была карточка... Бестолку. Дверь была крепко заперта. Если бы у меня была карточка... Ты не хочешь как бы Ника попросить? Эй, Нико, можешь сделать что-нибудь с этим замком? Мне его открыть нечем. Да, давай, Нико. У тебя карточка, блин. Где бы ты был без меня?
Джордж? Не знаю. Где-нибудь бы бухал. Возможно. Так, что у нас тут? Вопрос, а нахрена закрывали эту дверь? Вот у меня просто такой вот маленький мини вопросик. Здесь прятаться, что ли? Подожди. Ну что же, в этом мне будет легче здесь перемещаться. Нико, не отвернешься на минуту? Шутишь? Я все понимаю, но эти трусы, они меня не слишком украшают. А, ладно, только быстрей. Снял, надел. Прикол. Есть, переоделся. Да ты отлично выглядишь. Бьюсь об заклад, ты говоришь это всем здешним охранникам. О, зашибись. Теперь мы типа охранник, отлично. Теперь можем спокойно пройти. Вроде... Вот так, пошли. Мадам Петра, мне не сообщали, что вы вернулись. Как вы видите, это так. И у меня срочное дело. А я должен свериться с охраной на входе. Вы меня задерживаете. Так, если вы не хотите, чтобы все ваши конечности расположились в новом порядке, предлагаю вам открыть дверь. Разумеется, мадам. Мои извинения. Так. Хорошо, мы оказались в каком-то... В каком-то другом месте, да? И я так понимаю, что там держат пленного, да? Из этого ничего бы не получилось. Я не знал кода, чтобы открыть дверь, и не хотел рисковать. Могла подняться тревога. Ладно. Так, а это, наверное, пленные, да? Подожди. Блин, серьезно, опять ящики двигать? Да вы, блядь, издеваетесь, ёбаный насос. Ба, куда ты ее подвинул? Вот, знаете, единственное, что меня бесит в этой части, да-да, в этой части бесит, ребят, что тут надо двигать ящики. А что ты верхний ящик тронуть-то не хочешь? Серьезно? То есть я должен два ящика двинуть, да? Блять, ты издеваешься? В натуре? Джордж, в натуре я должен два ящика двинуть. Класс. Просто супер. Я уверен, что я должен именно так сделать. Так, подожди. Ну ладно, двинь тогда этот ящик туда. И что это нам дало? Я что, должен сейчас все так построить, чтобы до этого окна добраться, что ли, или что? Или как? Как я это должен сделать? У меня сейчас мозги вырубятся. Стоп, подожди. Мы что, должны... Как их двигать нужно, не пойму.
Чё? Серьезно? Ёб твою же мать. Нифига себе. Подожди. Я должен схему замутить. Подожди, не сюда. Ебать. Ну это гораздо дольше, чем я думал. Так, подожди. Проще тогда будет двинуть его туда. Вот этот ящик. И ядрен батон. И передвинуть его в тот ящик, да? Подожди. Давай. Двигай его обратно. Вот туда. Теперь. Двигаем вот это. Сейчас, секунду. Текс. Сюда. Сюда. А теперь нам нужно двинуть сюда. Сюда. Ладно. Короче, заморочились эти разрабы. Конкретно. Ну, блин, знаете, если честно, ящики меня уже просто заколебливают. В каком смысле, я даже не знаю. Просто напрягает. Вроде играешь, а вот эти головоломки, они, блядь, просто портят впечатление о процессе. Так. А теперь вот этот подвигать туда. Джордж. Джордж. Не это... Как бы... Не... Да. Не огорчай меня. Так. Теперь. Это туда. Ёпарасоце. Целая система ниппель. Так. И... Сюда. Да куда ты? Наверх. Сюда. Двигай сюда. И двигай сюда. Ёпарасоце. Гляньте, что мы сделали. Из ящиков. Это ж... Нико, иди сюда. Взгляни на это. Только тихо. Это Бруно. По-моему, с ним никого нет. По-моему, скоро ему... Рискнем? Придется. Эй, Бруно! Бруно! Это Нико. И Джордж. Привет, ребята. Спасибо, что заскочили. Вы в порядке? Ну, разумеется. Я хочу пить. Я голоден. Мне все время больно. Я поглотил электричество больше, чем небольшой городишко в холодную зиму. Но так, Юрес, так вы здесь. Теперь мне на все наплевать. Вы такой храбрый. Барышня, я вырос в Восточной Европе. Пытки... Мы проходим в детском садике. Вы им что-нибудь сказали? Все, кроме той одной вещи, которая нужна Сусаро. Вы что это за вещь? У кого ключ Соломона? Я так за вас рад. Мы не знаем, у кого. Спасибо. Вот именно. Я полагаю, пытки в отсутствии аудитории. Ладно, это сейчас не важно. Мы спускаемся и... О, да, я знаю. К тому же... Она столь изобретательна, неиссякаемый источник новых идей. Я готов это оценить. Да, Бруно, я более чем уверен, что вы оцените. Взгляните на все это со светлой стороны. Когда вы скажете нам, где ключ, мы все равно вас не убьем. Вы нам слишком нужны. Моя девочка. Он заговорил? Нет, но я уверен, ты сумеешь его убедить. Мне уже не терпится. И еще, Стобарт с этой девчонкой. Надеюсь, ты принесла мне хорошие новости. Я нашла их, но, боюсь, они улизнули. Мне очень жаль. Им слишком везет. Порядок, боже, магистр. Только не этот идиот. Пустите его. Простите, сэр, но вы должны это услышать. Флэп, расскажи сеньору Сусаро то, что ты рассказал мне в Париже. Что? Про ночной клуб и этих девочек?
Нет, 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 про кражу. Почему же лажу? Это все чистая правда. Какая еще лажа? Нет никакой лажи, я же говорю. Так говори уже. Стопортова девка. Она вернулась в театр, забрала документы. Какие документы? Картинку с замком в Праге. Стой! Сэй, что это? Вам нравится? Дайте этому игранный шар. Стопортова девка бросила его. Простите, сэр. Что с ним? Можешь такое? Идти, Флэп. Убирайся. Спасибо, сэр. Ну что ж, Бруно, сегодня у тебя хороший день. Теперь я знаю, у кого ключ. Нам не придется напускать на тебя Петру. Вы узнали? Как? Эмблема на шарфе. Это герб рыцарей храмовников. Капитул святого Стефана. Я думала, они исчезли столетия назад. Разумеется, нет. И я точно знаю, где их найти. Этот болван Флэп все это время носил ответ с собой, обернув его вокруг своей нам толстой шеи. Наши планы. Я Каллар должна работать Париж, на них, чтобы найти ключ. Ты отвезешь остров до Костролями и начнешь подготовку. Отдай приказ, чтобы весь личный состав готовился к выступлению. Время пришло, разве не так? Да, моя дорогая, время пришло. Решетка была крепко прикручена к стене. Я бы не смог вырвать ее голыми руками. И что нам делать? Не понял. Так, что дальше делать-то, народ? Аника с нами, нет? А, вроде да. Текс. Эй, Нико. Да, Джордж? Должен признать, эти светлые волосы смотрятся странно. Правда? Мне никто ничего не сказал. Это потому, что прикид такой страшный. Они все тебя боятся. Текс. Текс, погнали, значит, да? Оказывается, нужно монетками открутить. Это я что-то туплю. Где у нас монеты? Так, подожди, монеты, монеты. А где монеты? Подожди, мы что, монету профукали? Стоп. А нет, вот она. Давай. Ребро монеты было как раз такой ширины, чтобы отвинтить шурупы. Да-да, давай. Не тупи, Джордж. Погнали. Е-хоу, махоу. Пролезай. Я не мог протиснуться через узкое отверстие. Джордж, когда мы с тобой только познакомились, ты бы сделал это без проблем. Наверное, я нарастил мускулы. Точно. Жирового типа. Ладно. Все, что я сказал про тебя и этот парик, я прошу прощения. Извинения приняты. Фью. Хотя тебя они худее не сделали. Так, подожди. Я не мог протиснуться через узкое отверстие. Ну, попроси эту Нику, давай попросим, алё. Так. Эй, Нико. Да, Джордж? Подожди, может, имелось в виду так сделать, что ли? Подожди. Так, подожди, давай. А где Ника, подожди? А, вот. Что-то слишком много. Нико. Да? Не хочу тебя об этом просить, но... Я должна пролезть через решетку и открыть дверь изнутри? Потрясающе. Читаешь мои мысли? Ты такой предсказуемый, Джордж. Прикол. С тебя маленькая.
Ладно, я не считаю. Маленькое что? Бляха-муха, у меня наушник сполз. Да. Нико, смотри. На что? Это что-то вроде карты силовых линий. Видишь область в середине? Это совпадает с диаграммой на видео Вернона. Похоже, все фокусируется где-то в Египте. Думаешь, именно туда они забрали Бруну? Думаю, да. Астролябия должна быть в Египте. Ну что ж, найти это место должно быть нетрудно. Конечно. В смысле, разве страна может быть слишком большой? Так, хорошо. Панель была деревянной. Я не представлял, как ее можно открыть. Ну... Где-то в комнате должен был быть выключатель. А я что делаю? Я ищу его, Джордж. Так, подожди. Стол был слишком тяжел, не сдвинуть. Кроме того, нам было нужно придумать, как догнать Бруно. Джордж, я как бы не это, не совсем того, чтоб ты подумал. Так. Книги по Египту и египетской культуре. На то, чтобы перепахать и расшифровать все это, потребовался бы не один месяц. Да ты прям капитан очевидность, Джордж. Так, подожди. Ёпарасете. Я представил, как заберу все это с собой, но потом решил, что лучше этого не делать. Мог бы меч забрать, я не знаю, там что там забрать, меч, наверное. Так. Такс. Ага. Я бы никогда не влез в эти латы. А зря. А если бы и смог, что бы мне это дало? Ну, мы бы, наверное, Джордж, поиграли бы в Dragon Age. Это была карта какой-то маленькой страны в Европе. Однако я не мог понять, какой. Может, это была родина Сусарро? Не знаю. Это была электронная карта мира. Силовые линии были обозначены красным. Они все сходились в одной точке, где-то в Египте. Окей, подожди. А где кнопка там, подожди? Стол был слишком тяжел, не сдвинуть. Стоп. А где там? Подожди. Что-то еще должно быть. Нет? Ильяс, подожди. Сусара и Петра ушли в какой-то проход за панелью. Где-то здесь должен был быть выключатель. Подожди, а может с другой стороны? А ну-ка, секунду. Стоп. Я, блин. Подожди. Вопрос, а где кнопка? Опять карта. Стоп, вот, или что это? Подожди. А что там лежит или не лежит? А, с какой стороны вопрос? Алло. Блин. Почему все так непросто в этом мире? Подожди.
Кнопка, кнопка, кнопка. А где она может быть? Ну, возле кресла. Кресло, по сути, там. Прохождение... Так, подожди. Прохождение сказано, что... А, стоп. Ну и где? Где кнопка? Ага. Стол был слишком тяжел, не сдвинуть. Татас... Стол Сусарро представлял собой воплощенную манию величия. А я кнопку... Ага. Гляди. А что это? Секретная кнопка, спрятанная под столешницей. Может, она открывает дверь? Да, она открывает дверь, не тупить, Джордж. Если когда я нажму на нее, наступит конец света, тогда прости меня за все гадости, которые я о тебе говорил. Джордж, давай с этим покончим. Как она с жопой-то виляет. Прости. Смотрите, как она с жопой классно виляла. Отличная работа, Джордж. Бежим, спасем Бруно. Смотри. Просто любопытно. Какие гадости? Ну, знаешь, обыкновенные. Обыкновенные? Продолжай. Смотрите, как она жопой виляет. Ника, а как же ты хорошо жопой виляешь. Вы посмотрите. О май гад. Немножко извращения. Вы посмотрите только. Я не могу от этого зрелища просто оторваться. Секс-бом, бэйби, секс-бом. Туру-туру-туру-туру. Еще и блондинка жопа является. Ну, в смысле, не настоящая, но... Ну, вы поняли меня, ребят, да? Угу. Так, ладно. Надеюсь, все нафапались. Ну, вы поняли. А мы... Да, я не могу оторваться от этой пиксельной задницы. Тикс. Андре, что ты тут делаешь? Я решил составить Беатрис компанию. Андре водил меня в кино. И что вы смотрели? Носферату? Джордж! Андре, нам нужна твоя помощь. Ну, разумеется. Чего вы от него хотите? Символ на шарфе. Да. Сусарро мгновенно узнал его. Это герб капитула Святого Стефана Ордена Тамплиеров. Господи! Что? Я всегда думал, что это просто сказка. Слушай, Андре, расскажи нам все, что знаешь. Расскажи нам, Шилли. Считалось, что капитул Святого Стефана ушел от Инквизиции, спрятавшись в тайных катакомбах. Где-то в Париже. Никто не знал где, хотя раньше их штаб-квартира размещалась возле старой церкви на площади Монфасон. Может, я найду что-нибудь в том месте, где раньше собирались тамплиеры? Как это? В этих катакомбах тамплиеры устраивали тайные собрания. Господи. Это еще не все. Продолжай. Это касается истории основания капитула. У нас нет времени на сказки, Андре. Слушай, Нико, если жизнь меня чему-то и научила, так это тому, что лишних знаний не бывает. Продолжай, Андре. Спасибо, Джордж. Когда тамплиеры владели храмовой горой в Иерусалиме, они нашли некую святыню. Молодой рыцарь Стефан должен был тайно вывести ее во Францию. Он поехал на север через Галилею, а затем вышел к морю и сел на корабль, направлявшийся в порт на реке По. Пробираясь через долину По, Стефан решил избежать опасных мест на западе, направившись на север, в долину Рейна. Некий жадный до сокровищ князь гнался за ним до самой Франции, и в горах под Реймсом Стефану пришлось вступить в битву. Он сумел перебить врагов, но и сам был смертельно ранен. Он мужественно продолжил путь к месту назначения в общину Берентуар. Он передал святыню в руки магистру капитула и умер. Орден принял имя святого Стефана. В честь этого храброго рыцаря
и переместился в Париж. Настоящая сказка. Зашибись. Я поеду в Монфасон. Посмотрю, что там есть. Нико? Езжай без меня, Джордж. Мы с Андре попробуем выяснить точное место в Египте. Хорошо, ну, тогда до встречи. Ступай, Джордж. С двумя бабами его оставляю. Ты посмотри на него, на это. После всех этих лет я вновь был на площади Монфасон. Mm-hmm. Под булыжной мостовой лежал таинственный мир древних каналов и катакомб, среди которых скрывались святилище и тайное убежище рыцарей-храмовников. И вновь я должен был спуститься под землю, чтобы узнать истину. О, ну ничего так, в 3D-шном стиле, Монфасон. А, вот, с бабкой, что ли, поговорить можно, да? Бабуля. Так. Монфасон. Ну что, с ней потарахтеть, что ли? Так. Что ты там скажешь, тетенька? А ну-ка. Опа-на, подожди. Я что-то заметил. Что за фигня? Или это дырка? Дырка? Ладно. Здрасте, как дела? Жива и слава богу. Мне такое чувство знакомо. Какой у вас отсюда хороший вид на площадь Монфасон? Ха! Что значит площадь из окошечка, когда вся жизнь не стоит грошечка? Эй, вы не из этих чеканутых уличных поэтов, а? Не смешите меня, месье. Я наблюдаю за писсуарами. Да, окей. Так чем вы занимаетесь? Я нейрохирург. А вы как думаете? Я думаю, что вы надзираете за писсуаром. Зют алёра, да вы у нас без тараканов, месье. Пока к вам не зашел. И что это такое должно означать, а? Ой, простите, ошибся. Я отступил. То, что на долю смотрителей туалетов во Франции приходится самый большой процент убийств, хорошо известный факт. Наверное, дело в испарениях хлорки. Угу. Такс. Вы гордитесь своей работой? Этот писсуар самый чистый и гигиеничный во всей Франции. Наверное, это требует полной самоотдачи. Bien sûr. В этом деле, чем больше ты работаешь, тем больше народу готово обгадить твой труд. Мне это чувство знакомо. Че? Это очень хорошо, когда есть писсуары, если я захочу... Но что, если человек захочет... Ну, вы понимаете? Вам придется воспользоваться удобствами в другом месте, месье. Как вы можете видеть, унитазы пострадали во время подземного толчка. Ладно. Так, окей, мы с ней потарахтели, а дальше чё? Чё ещё тут у нас интересного? Ну туда он явно сходить не захочет, да? Тут закрыто. О! Та самая церковь. Прикольно. Так. Но этот ничего нам не даст. Чё? Мондия, услышь меня! Не понял. Эй, Альфонс! Ты что это такое делаешь, идиот? Это ты о чем? Ты компрессор отключил! Нет, ты что это хотел сказать, когда назвал меня идиотом? Пока рабочий смотрел в другую сторону, я одолжил у него ключ. Забавно. Каждый раз, когда мне приходится спасать мир, я превращаюсь в клептомана.
слушай, Альфонс, я устал с тобой припираться. Просто проследи, чтобы этого больше не произошло. Лады? Ну, бывает что. Ха-ха. Так, хорошо. Главное, что мы отсюда что-то стырили. Это уже, наверное, преимущество. Текс, что там? А ну-ка. Мне не нужна была записка, и я не собирался вламываться в кафе. А что там написано? На забитой досками двери была записка. Ну? В связи с сейсмической нестабильностью и за опасения за безопасность наших гостей, мы закрываемся на неопределенное время. Окей, так, подожди. Да, момент, конечно, прикольный, тут не поспоришь. Так, подожди. А как нам так добраться, что ли, в натуре? А что это нам даст? Я, честно, нифига пока не понимаю, но нужно, походу, исследовать локацию, да? Эй! Что? Кто? Я? Вы что это там делаете? Любуюсь видом. Отсюда мне замечательно виден ваш писсуар. Извращенец! Немедленно слезайте, пока я не вызвала полицию! Ладно, ладно, слезаю. Ее нужно отвлечь, походу, да? Ладно, сучка. А как же мне твой писсуар сломать? В смысле, никак? Какого хрена? Не понял. И что делать? Я запутался. Так. И подожди. Поговорить? В смысле, серьезно? Серьезно? А ну-ка, подожди. Здравствуйте еще раз. Есть тут поблизости хорошие канавы. Ква? Канава? Ну да, обычная сточная канава. Мне нужно отлить, мадам. Отлить? Что такое отлить, месье? Мон дью! Вы хотите сказать, вы намерены сделать... В канаву? Боже! Во имя всего гигиеничного! Вы что, хотите воспользоваться канавой? Когда здесь есть идеально чистый писсуар. Это можно было назвать чистотой в старые времена, любезнейшая. Но я уж лучше отолью в канаву. Это безобразие! Я проверю! Давай, давай. Валим, 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 валим. Быстрей! Джордж, педали свои крути, блин. Джордж, крути педали свои, ну. Давай. Да поднимайся ты, Джордж. Давай, 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 быстрей. Быстрей. Ну. Веревку. Никогда не знаешь, где тебе пригодится длинная веревка. А дальше что? Подожди. И что? Так, походу нам нужно спуститься. Подожди, нам нужно взаимодействовать веревку с... подожди. Отлично. Так. Эй, вы там! Ой, здравствуйте. Я не допущу, чтобы какой-то вуайерист шпионил за моими клиентами, пока они заняты делом. Эй, я ни за кем не шпионю. Хотите рассказать это в полиции?
Вообще-то нет, слезаю. А, уже второй раз. Ладно. Что там надо привязать? К чему? Подожди. А как... подожди. А ну-ка. Мне не хватало лошадиных сил, чтобы поднять эту крышку. Но я знал, где они были. Вы что делаете? Кое-что налаживаю. Вам понравится. Так. Теперь поговорим тогда с этим. Мужик. Мужик. А с тобой нельзя поговорить, да? Ну ладно. Эй! Видел я мертвецов, которых было побольше жизни, чем в этом парне. Ладно. Подожди, мужик, как с тобой поговорить? Я оставил его в покое. Долго веселиться с компрессором трудно. Я оставил его в покое. Долго веселиться с компрессором трудно. Наконец. Привет, как дела? Ха! Сова! Пока новое землетрясение не случится. Ну, здесь, рядом со старой церковью, вы должны быть в безопасности. Вы шутите? Взгляните на нее. Она же средневековая. Средневековая? Облезлая, вы хотите сказать? Ее бы снести, да поставить что-нибудь посовременнее. Правда? Что-нибудь миленькое, из стекла и бетона. И к тому же сейсмоустойчивое. Думаете, будут еще землетрясения? Разумеется. И посмотрите на эту развалину. Это западня. Минутку. Ваше лицо кажется мне очень знакомым, месье. Мое? Нет, сомневаюсь. Ну, конечно. Вы тот самый парень, который намекнул мне, на кого ставить на скачках. Точно. Это я. Та лошадка принесла мне целое состояние. Изменила всю мою жизнь. Наверное, у меня просто инстинкт. Это дар, месье. Дар. Но почему тогда вы еще роете дороги? Теперь у меня собственная компания, месье. И отбойный молоток, видите? А вовсе не кирка. Если у вас есть еще какие-нибудь мысли, вроде той... Вы узнаете об этом первым. Да, тот самый мужик, который в первой части был. Прикольная отсылка. А что именно вы тут делаете? Эти долбанные землетрясения все вокруг калечат. Тут под землей полно чего чинить после последнего толчка. Так вы копаете проход, чтобы ремонтники смогли добраться до повреждений? Точно. И чем скорее мы отсюда выберемся, тем лучше для меня. Вы сказали «мы». Я больше никаких рабочих не вижу. Мой напарник Альфонс дрыхнет без задних ног у меня в кабине. А почему он вам не помогает? На бюллетене. Врач дал ему бумажку. Там написано, что у него клиническая сейсмофобия. Он боится землетрясений? Именно, месье. И вы в это верите? С бумажкой не поспоришь. Ясное дело. А зачем вы этого Альфонса вообще взяли? Обратная дискриминация. Мы каждый год должны принимать определенное число трусливых идиотов. Бывает. Позвольте мне задать вам теоретический вопрос. Ваш водитель. Альфонс, черт бы побрал эту трусливую сволочь. Боится землетрясений, так? Что бы он сделал, если бы прямо сейчас здесь случилось землетрясение? Он бы врубил третью передачу и рванул отсюда как... О!
Именно. Люк полетел бы за ним до самого дома. После такого он бы за всю жизнь не оправился. А это плохо? Нет, это именно то, почему ваша дикая идея мне нравится. Ну, значит, так и поступим. Мужик, прости. Текс, где ты там? Текс. Землетрясение! Землетрясение! Что? Землетрясение! Манифик! Не знаю, что я скажу людям из страховой компании, но это того стоило. Озарять людям жизнь. Думаю, ради этого я и жил все эти годы. Но канализация звала меня. Так, я сейчас сохранюсь, ребятушки. Наверное, вернусь. Вот. А вы пока послушайте тарахтение вот этого чувака. А мы не прощаемся. Я сейчас вернусь, ребят. Так, ребятушки, секундушку, возьму свои наушники, и мы, в принципе, продолжим спускаться навстречу приключениям, да? О, это та самая, это, канализация, ёпарасоте. Смотрю, это прям ностальгия. Что тут? Я оставил древнюю арку в покое. А смотреть не хочешь? Там была едва заметная надпись, но прочитать ее на осыпающейся штукатурке было почти невозможно. Я сумел разобрать что-то на старофранцузском и что-то на латыни, но недостаточно для того, чтобы выдавить из этого хоть каплю смысла. Бывает. Я не мог сделать с этой аркой ничего такого, что не расстроило бы потом археологов. Так. Ага. Ага, вот и череп, да? Так, что у нас тут есть? Каменный цилиндр. Рот у черепа повторял форму каменного цилиндра. Ништяк. Ага. Я мог бы написать книгу о секретных дверях. Честное слово, мог бы. Один раз я уже открыл эту секретную дверь. Прелесть новизны уже ушла. Один раз я уже открыл эту секретную дверь. Прелесть новизны уже ушла. А. Опа-на. Так, это у нас что? Катакомбы, да? Ага.
А дальше куда? Сюда? Нет? О, Господи! Здесь произошло что-то по-настоящему отвратительное. Кровавый след вел за угол. Ну, наверное, по нему и надо идти, да? Правильно, не? С этим тупым управлением. Походу сюда, да? Не? Что за... Я пришел слишком поздно. Сусара и его люди без жалости расправились с этими бедолагами. Неужели кто-то был способен на такое? Видимо, да. Так, трупы надо обыскать, да? Мне не хотелось этого делать, но я должен был обыскать тело. Единственное, что на нем было, старый ржавый ключ. Окей. Так, ну этого ничего смотреть нельзя, да? И этого тоже. Угу. Так, подожди. Я решил ее не включать. Она была слишком побита, чтобы работать. Пульс у меня и так бился, как бешеный. Кофе мне был ни к чему. Я решил ее не включать. Это была весьма пальцатая кофеварка. Люди Сусара расколошматили ее на славу. Они, несомненно, не любили кофе. Панель с кнопками на микроволновке была разбита. Однако кнопка 10 секунд уцелела. Она могла пригодиться только в том случае, если вы собирались готовить что-то меньше, чем минуту, конечно. Я решил ее не включать. Да в смысле ты не решил ее не включать? Ты дебил? И что нам делать? Подожди. Может, типа, надо как-то охранника отвлечь, не? Не вариант? Подожди. Как я и опасался, Сусаро добрался сюда первым. Один из людей Сусаро охранял кухню. Я не мог пройти, пока он оставался там. Мне нужно было придумать, как его отвлечь. Это мы уже поняли. Так. Это мы уже поняли, что тебе нужно отвлечь охранника. Так. Микроволновку мы уже обыскали. Так, подожди. Сохранимся на всякий случай. Запереть просто. Микроволновка внезапно ожила. Она собиралась зашуметь. Мне нужно было спрятаться. И быстро. Блять, быстрей. Спасибо, тупое управление, да? Как говорится, да? Микроволновка внезапно ожила. Ты двигаться можешь, нет? Она собиралась зашуметь. Мне нужно было спрятаться. И быстро. Наконец-то, блядь. Тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан.
Бай. Не лучшая идея. Блять, пока ключ нахуй найдешь, блять, где этот ключ ебаный? Нихера, блять, не смешно. Ты, блять, ищешь ключ нахуй 3 часа. Микроволновка внезапно ожила. Она собиралась зашуметь. Мне нужно было спрятаться и быстро. Пиздец, блядь, быстрей. Хуеть! Какое тут деревянное, блядь, управление? Обосраться. Микроволновка внезапно ожила. Она собиралась зашуметь. Мне нужно было спрятаться и быстро. Джордж, блин. Открывай дверь, блин. Быстрей. Миссия выполнена. Теперь парень был заперт в комнате. Отлично. Наконец-то. Так. Подожди. Так. А что нам дальше делать-то? Это было похоже на карту старой Европы. Ей было лет 500. Окей. Что тут еще? На полках вперемешку лежали консервы и дичь. Фазан с бобами. Любимое блюдо семьи Стобарт. Будем знать. Что у вас? Что-то там за любимое блюдо. Стобарт. Окей. Будет сейчас очередная. Как говорится, наверное, все, наверное, уже догадались. Головоломка. Так. Ну ты идешь? Нет. Стобарт. Так, подожди. Что тут на столе, ничего? Или я слепой? Так. Пока ни хера ничего. Непонятно. Но. Странно. Кровавый след уходил к стеллажу с вином, а потом резко обрывался. Угу. Никакой лужи крови. Никакого тела. Ничего. Да потому что его спрятали, как бы. Это была бутылка французского вина Шато Берентуар. У нас 5 бутылок. Так, где там блокнот наш? Так. А как листать?
Спасибо. Спасибо, блокнот. Такс. Подожди, а где это? Подожди. Это не то. Так, люди с Усару увезли в Прагу. Ника потеряла в театре шарф. Фотография замка. Ага. Бруно где-то в подвале. Подожди. Ага. Италию, Германию, область Реймса. Подожди, и все? И что это нам дало? Так. В смысле зеленая? Зеленая? Подожди, это как? Ну, допустим, зеленая. Потом. Красная справа. Подожди. Так, вот, красная справа, давай. Потом. Красная слева. Так, красная слева. Потом белая. Черт, не то. В смысле? В смысле не то? Ты же сказал. Какого хрена? Подожди. Зеленая. Так, подожди, может мы не ту нажали? Красная справа, ну. Красная слева, ну. Потом. Черт, не то. В смысле, блин? В каком плане не то? Историю рассказана Андре, а где история рассказана Андре? Подожди. А чё за прикол? У меня только ключ. И не понял, и чё? Подожди. Подожди, назад. Италия, Германия, область Реймса. А чё за прикол? Почему у нас не получается это сделать? Блин, а это реально сейчас как-то не смешно. А как мы это пройдем без прохождения-то, а? Подожди. Как это проходить-то? Так. Ладно, сейчас прохождение тогда посмотрим. Посмотрим, как тут. Так. Спасибо, что прохождение осталось. Три-ти-ти-ти-ти. Так. Это прям немного геморройно, я бы сказал. Т.
Так. Чё, блин, красная слева? Серьезно? Чё за тупое прохождение? Допустим. И? Серьезно, и красная справа? Допустим. Белая, что ли? Не, подожди. Серьезно, белая? А потом? Серьезно? Черт, не то. В смысле? Чё за фигня, алло? Подожди. Не понял. Так, подожди-ка секунду. Так же и было. Потом. Подожди. Черт, не то. А если наоборот? Допустим. Может так? Черт, не то. Джордж, я понял, что ты называешь меня долбоклювом, но... Черт, не то. Пиздец. Как? Почему у меня? Ну, допустим. Зеленая. Так, допустим, зеленая, ну. Зеленая, допустим, дальше. Я понял. Такс. Красная. Потом. Красная. Белая, походу, и синяя, да? А ну давай. К моей великой радости стеллаж отодвинулся, и за ним открылся потайной ход. Кровавый след вел дальше. Вот здесь, пожалуй... Уже и сохранимся, в принципе. Чё? Ах, Стобар! Мы знали, что ты придёшь. Слушай, ты тот малый, который напал на меня возле театра. Мы должны были забрать ключ Соломона. Теперь слушай. Сусара могущественнее, чем мы думали. Времени осталось мало. Ты должен найти остальных. Спаси ключ. А где он? Ищи статую. Она скрывает... И все. Скрывает что?
От этого парня я больше ничего не смог бы узнать. Да, парню пришел кобздык. Стоп, подожди, а парня обыскать можно, нет? А ну-ка, подожди, иди сюда. Я не нашел никаких улик. Чем бы ни было то, что он пытался защитить, оно, несомненно, стоило того, чтобы отдать за него жизнь. Тебе просто говорить. Угу. Ладно. Нифига себе. Прикол. Стеночка в раздевалочке, да? Часы? Часы были совсем разбиты, починить их было нельзя. Они искали ключ всюду. Я надеялся, что не нашли. Ага. Сломанные часы остановились в 3:42. Люди Сусарра находились здесь не меньше часа. Наверное, они были в отчаянии. Они разнесли все вокруг. Ну, бывает, да. Так. Тупички, да, одни здесь. Но мы рисковать не будем. Почти. В смысле? Это что было? О, май гад. Вот и наш нелюбимый стелс, ебануться. Ненавижу, блядь, стелс. Пиздец. А можно было как-то это, не знаю... Минус один. Ну хотя бы грёбаный ролик не показывают, и уже хорошо. Чё? Подожди. Видел бы меня сейчас дедушка Стоббарт, он бы мной гордился. Много лет я не подходил к Библии так близко. Пожалуй, я предпочитаю боевички. Хотя это издание мне понравилось. В нем были симпатичные картинки. Блять, сейчас за твои картинки дадут пиздинки, блять. Идиот. Отвернись, чувак. Отвернись. Так. Угу. Ой, блядь, куда? Вот только не говорите, что он сюда сейчас пойдет, отвечаю. Серьезно? На тот стол? Пиздец. Чё сказать, это пиздец, товарищи. Блять, давай съёбуйся. Хотя бы сюда. Да. Гемару. Ёбаные скрипты, отвечаю. Серьезно, шашком можно было пройти? Реально? Нихуя себе поворот. Тихо. Не пали контору, чувак.
Кажись, он сейчас быстро повернется, да? Ну да, я так и знал. Трындец. Так, а теперь нужно как-то, чтобы он в ту сторону пошел, да? Да ёбаный в рот! Ну какого хуя? Я всего лишь чуть-чуть высунулся. Блядь, вообще пиздец полный. Блядь, даже на джойстике сложно выполнять, отвечаю. Полный пиздец. Да. Ты ничего не видел, чувак. Иди обратно, блин. Капец, вот это просто момент. Просто трешатина. Так. Да-да-да, пиздуй туда. А теперь... Тюф-тюф-тюф-тюф-тюф. А теперь нам надо туда пробраться, да? Вали, придурок, вали. Ничего не видишь. Ты идешь туда, назад. Иди, блядь, назад. Как же потно, сука. Пиздец, это потно, отвечаю. Это даже, блядь, даже для меня, блядь, потно было. Чё? Ключ перевода стрелок остался в циферблате. Давай. Я установил время, соответствующее дате, когда это место было посвящено святому Стефану. Получилось 12:47. Не сработало. Но мы же вроде как бы эту читали, блядь, как её... Вы же сейчас не хотите сказать, что... Не назад возвращаться надо, а? Это ж был бы вообще пиздец. Давай. Я поставил часы на 3:42, время, которое я увидел на разбитых часах. Случилось. В смысле? И что ты мне хочешь сказать, что сейчас Библию эту сраную читать? Подожди. Блять. Ебать, серьезно? Охуенно. Просто охуенно. Статуя была вырезана из цельного куска. Я не видел никаких выключателей и рычагов. Статуя была сделана из цельного куска. Я не видел никаких подвижных частей. Я не видел никаких рычагов или кнопок. Их, видимо, и не надо видеть.
пиздец. Так. А как дверь открыть, алло? Погнали. Отсюда? А с хрена ли? Весело. Да ебать, он все равно меня палит. Ёбаный ты в рот. Пиздец. Просто пиздец. А как теперь тогда? Отвернись. Ух, блядь. Ёбаный в рот. Еще б чуть-чуть, и нам был бы пиздец. Так, подожди, он же... Туда сейчас пойдет, да? Иди. Такс. Текс, подожди. Да блин, Джордж. Прочитайте эту сраную Видел библию. Бы меня сейчас дедушка Стоп, он бы мной гордился. Много лет я не подходил к Библии так близко. Это была большая светящаяся Библия. Каждая из этих рукописных страниц, должно быть, потребовала не одного дня работы. Может, ты прочитаешь, нет? Видел бы меня сейчас дедушка Стоббард, он бы мной гордился. Много лет я не подходил к Библии так близко. Подожди. А как ты его нужно отрывок-то прочитаешь, а? 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 Как ты его сейчас Видел прочитаешь? Бы меня сейчас дедушка Стоббард, он бы мной гордился. Много лет я не подходил к Библии так близко. Ты идиот? Тебя как бы ничего не смущает, да? Ничего совсем, да? Классно. Так. Надо повторить все второй раз, да? Окей. Ну давай, Стоббард. Давай быстрее. По-моему, он сейчас повернется, да. Капец, какое жесткое место, а? Просто трындец. Давай, ну! Сидишь, думаешь, баран. Так. Теперь то же самое нужно повторить, да? Что в прошлый раз. Только пешком, да? Блять, вы издеваетесь? И что вы сейчас хотите сказать, что я это? Не узнал? Серьезно? Подожди. Ёбаный в рот! Часы были большие, очень красивые и бесполезные. Пиздец. Они не работали. Я поздравляю! Ключ перевода стрелок остался в циферблате.
Ебать, какое геморройное место, это пиздец. Ух, блядь, ебануться. А вот, кстати, самое интересное, почему... Давай, блядь, заходи. Ну? Видел бы меня сейчас дедушка Стоббарт, он бы мной гордился. Ты идиот. Много лет я не подходил к Библии так близко. Это была большая светящаяся Библия. Да. Видел бы меня сейчас дедушка Стоббарт, он бы мной гордился. Много лет я не подходил к Библии так близко. Так, а есть тут точки сохранения, нет? Чтоб я по 100 раз это не проходил, не? Нету? Типа открой, потом, блять, потом просто сохранись. Сколько там, 14, 16? 16, 37, да? Блять. Давай еще раз эту хуйню прочитай. Видел бы меня сейчас дедушка Стоббарт, он бы мной гордился. Много лет я не подходил к Библии так близко. Блин, ну только не говори, что... Тут фрагмент другой, я тебя просто убью нахер. Так, подожди. Куда он сейчас идет? Тихо. Тихо. Так. Да, ням-ням-ням-ням, как же долго, как же мучительно и как сложно проходить этот сраный момент. Это просто, просто обосраться. Да-да, свали туда, идиот, пускай идиота. Капец момент, конечно. Самое интересное, что я ее читал, по-моему, но скрипт тупо не сработал. Это просто капец. Это реально капец. Как мог скрипт не сработать, я не знаю. Так, 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 так. Тихо, тихо, ты ничего не видел. Ты ничего не видел. Правда же, чувак? Вали, вали быстро, блядь. Чуть не спалили. Так, только не говорите, что... В смысле? Какого хрена? Я же узнал, блин, эту читал. Твою херню. Какого хрена? В смысле, блин? Секунду, я сейчас подойду.
пойму, блин, Стобарт еблан, что ли, или чё? Там же написано. Подожди. Ты сейчас что хочешь сказать, что надо было... Это была большая статуя, мужская фигура. Может быть, именно про эту статую пытался сказать мне тамплиер? Под статуей на постаменте была медная да табличка. Да ладно. Подожди. Табличка указывала, что это была статуя святого Стефана. Под именем была цитата. Блажен читающий и да слушающий ладно. Слова пророчества сего. Твою мать. И соблюдающий написанное в нем. Ибо время близко. Откровение. Так вот, когда я был маленький, дедушка Стобарт, или как звучал его полный титул, более чем преподобный Арчи Стобарт, заставлял меня ходить в воскресную школу. Так что откровение для меня откровением не являлось. То есть ты хочешь сейчас сказать... Ты ж не заметишь меня, нет? Да, ты ж еблан. Так. Да, блядь! Да. Охрененно просто. Свали, чувак. Свалить, значит реально свалить. А теперь ждать, пока он, блядь, это в ту сторону нахуй не свалит. Капец, какой геморройный момент. Я просто не прочитал сраную записку и потерял время. Так, подожди. Блядь. Не успею, да? А как это пройти? Реально, как? Может здесь попытаться сохраниться? Мало ли. Так, подожди. Он же, по-моему... Да блять, ну в смысле, а как мне теперь на ту сторону перебраться? Хотя подожди, он когда съебываться туда начнет, у меня получится? Блять, не хочу сейчас идти. Подожди. Так, подожди, он сваливает туда. Сваливает. Я пробегаю. Опять сохраняюсь. И читаю эту херню. Так, подожди. Я листал книгу в поисках нужной главы. Апокалипсис. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего. Наконец-то у нас. Соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Глава 1, стих 3, 1 и 3. Ладно, пока что сохраняться не буду. Не-не-не-не-не-не, пошел в жопу, мана. Музыка громко работает, пиздец. Ну
Ублюдок вроде не должен меня запалить. Пиздец. Очень долгий момент за счет вот этого гребаного стелса. Бляха-муха. Жесть. Так, он же сюда, по-моему, пойдет, да? А, нет. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Да-да, чувак, пиздуй. Блядь-блядь-блядь-блядь-блядь. Давай-давай-давай-давай. Е-бой! В этот раз ты мне скажешь? Наконец-то! Я ввел время, указанное в стихе из Евангелия. Глава 1, стих 3. Ноль эффекта. Я больше ничего не мог придумать. Потом я обратил внимание на звук. Ну... Езжающие статуи, древние механизмы. У нас в Айдахе такого не найдешь. За статуей обнаружилась лестница, ведущая вверх. Ну, поехали! Поехали, поехали. Ёпарасете. Давай. Оу, нифига себе. Хватайте его! Отпустите его. Входите, месье Стоббарт. Мы ожидали вас. Угу. Кто вы? Я настоятель храма. Капитул святого Стефана. Очень хорошо. Ваши умозаключения привели вас сюда, как мы и ожидали. А еще мои умозаключения говорят мне, что ключ Соломона у вас. Мы действительно обладали им. Недолго. Увы, его лошара подняли. Сусарро. Его нападение было стремительным, силы превосходящими. Мои люди бились храбро. Но этого было недостаточно. Немногие из нас отступили сюда, чтобы спрятаться. Немногие, жалкие выжившие. Почему ключ так важен? Вы знаете о сферической астролябии? Кое-что. Сусарро запустил астролябию. Этим ключом он освободит силу дракона. Она вырвется, как мощный взрыв. А он покорит ее, чтобы воплотить свои чаяния. Тогда где эта астролябия? Получается, все, что нужно, пойти туда и выключить эту чертову штуку. Местонахождение астролябии давно забыто. Три древних камня скрывают этот секрет. Только не говорите, что вы их тоже потеряли, ладно? У нас есть один камень. Покажите его мне. Есть. Сдается мне, что два других уже у нас. Сказано, что между этими тремя камнями существует связь. Если есть камни, есть шанс. Ура! Что я могу сделать, чтобы помочь? Мы пошлем туда нашего лучшего рыцаря. Благородного, исполненного сил, несокрушимого в своем стремлении бороться со злом. Ну, кем бы этот парень ни был, ему понадобится помощь. Это он будет решать сам. Преклоните колено.
Привет, ребята. Джордж, ты в порядке? Почти, я спустился под Монфасон. Меня отвели на секретную базу тамплиеров и... Андре, ты был прав. Тамплиеры выжили. Ну, разумеется. Тот самый капитул святого Стефана. Сколько же им сейчас лет? Прошло столько веков? Моя горошинка. Он не говорил, что и люди остались те же. Ой. Проблема в том, что Сусара меня обставил. Ключ Соломона у него. Он наверняка уже летит к Астролябии. Ты нашел, где это? Нет. Если тамплиеры и знали когда-то, то давно забыли. Хотя они дали мне еще один камень с буквой. Еще одна нить. Это еще не все. Они... В общем... Да. Они посвятили меня в рыцари. Что? Посвятили в рыцари. Ну, я теперь рыцарь. Невероятно. Да, именно так я себя и чувствовал. Они это как сделали? Мечом? Ну да, со всеми наворотами. Поднимитесь, сэр Джордж. Ну как тебе, Нико? Нет слов. Значит, если бы мы поженились, ты была бы леди. Очень смешно. А как нам теперь тебя называть? Ваше высочество? Монсеньор? Ладно, отвалите. Обойдемся без формальностей. Пока сойдет лорд Стобарт Айдахский. Да. А куда свалила Нико? Чё? В смысле? Не понял, что за прикол? А что нам делать здесь? В натуре, что делать здесь? Чё, головоломка, что ли, будет? Не понял. Это чё, хата того, типа, чувака, который кикнулся, да? Капец, у неё парень умер, у девки. Она уже с этим, с Андре. Ты, Андре, тут зрители моего канала. Андре, ты что делаешь? Он залип на... Блин, он серьезно залип на эту бабу? Сначала Нико. Андре... Хренов черт, ты хоть определись, кто тебе нужен. О, эти нравы. Андре, в смысле? Ребята, с вами потарахтеть нельзя? Ёпэрэсэтэ. Есть свежие идеи? Я застряла, точно так же, как и ты, Джордж. Ты заметила, как Андрей изменился в последнее время? Он стал почти симпатичным. Беатрис успела нагадить ему в мозги. Тебе очень не нравится Беатрис, да? Она глупенькая, перемазанная, полуодетая маленькая девочка. Ух ты! Я просто думаю, что Андрей мог найти что-нибудь получше, вот и все. Да. Есть идеи по поводу символов на камнях? Нет. Здесь нам даже Андрей не сможет помочь. Ладно. Это так обидно, ведь мы знаем, что Астролябия находится где-то в Египте. Может, нам посмотреть на карту Египта? Как я понимаю, у тебя как раз есть одна прямо здесь, под рукой. Знаешь, пока ты там посвящался в рыцари, мы нашли DVD, набитый спутниковыми картами. Круто. Вот. Так, давайте посмотрим на Египет. Наверное, мы думали, что спутниковые карты будут более точно представлять Египет тысячи лет назад. А астрологических карт у нас случаем нет? Мы занимаемся научными фактами, Джордж. Похоже, их надо слегка обновить. Ты не можешь отрицать очевидного, Андре. И вот как раз, когда тебе кажется, что ты знаешь, как устроен этот мир... У меня всегда так бывает, когда я имею дело с женщинами. Эй! Извини, поехали дальше. Смотрите, вот Северная Африка. Ну?
И чё? И чё мне делать с этим дерьмом? Не пойму. Здесь не было ничего, что соответствовало бы символу Омега. Здесь я не мог найти ничего, что подходило бы к камню Альфа. Ладно, дальше. Ты имеешь в виду... Это было неуместно. Окей. Так, подожди. А что тогда? Нико, смотри сюда. Символ Пси выглядит как Дельта Нила. Точно, Джордж. Давай рассмотрим этот кусок поближе. И чё? А, камень Пси, что ли? Я уже разобрался с камнем Пси. Подожди. Окей. А что тогда? Подожди. Этот, что ли? Нико, ещё совпадение. Символ Омега точно соответствует вот этому изгибу реки. Давай посмотрим поближе. Угу. И последний остался Альфа? На этот раз я слегка застряла, Джордж. Возможно, это тупик. Нет, посмотрите, как расположены эти развалины. Они образуют крест, но не совсем правильно. Они похожи на точки на камне Альфа. Я уже пытался понять, что они означают. Так не получится. Одной не хватает. Именно. Отсутствующая точка – то самое место, которое мы ищем. Поэтому мы просто прочитали пояснение в карте. И нашли астролябию. Mm-hmm. Отличная работа, Джош. Спасибо, Андре. Скорее, Нико, мы должны остановить Сусарро. Вообще-то, один из нас должен патрулировать. Точно. Вот и двигай. Сейчас, уже бегу. Я бы и сам пошел. Но у меня от солнца вся рожа в пятнах будет. Кремом намажь. От него у меня тоже вся морда пятнами пойдет. Глиста отстойная. Как ты вообще в бандюки попал? Это то самое место, без вопросов. Каков наш план? Я думала, теперь твоя очередь придумывать план. А я думал, что твоя. Похоже, придется действовать, как всегда. От балды? Я бы сказала, импровизировать. Это не похоже на настоящий вход. Сусарро просто прорубил туннель, чтобы пробраться в храм. И этот туннель охраняется. Прямой подход снова вне обсуждения. Нам надо исследовать остальную территорию. Отличная идея. Плащ-невидимку захватила? Вот черт. Я оставила его в котомке забывчивости. Нико! А дальше? Ой. Эй, ты слышал? Нет. Зуб даю. Лучше иди посмотри. Я? Почему я? Это у тебя болезненное воображение. Кого скорее враг испугается? Тебя или меня? А я на солнце обгораю. Забыл? Ладно, ладно. Я пойду. Ну, замечательно. Охранник пошел делать обход. Так, подожди, а я что могу сделать? Да ёпрсте, подожди. Обход. Чё? Стоп. Чё, блин? Серьёзно? Не, ну вы издеваетесь? Как я это должен понять? Жесть. Офигеть. Так. Стоп.
Так. Серьезно? Не, ну офигенно, что сказать. Проще не могли сделать, нет? Блять. Тихо. Да твою же мать, блин, в смысле? Поворот. Вот это, блядь, поворот. Проще вы не могли сделать, да? Ёбаный в рот. Блядь. Не-не-не, ты ничего не слышала. В смысле, съёбуйся. Охренеть, быстрей! Я ж надеюсь, нам туда, нет? Фух. Ну. Это было весело. Да уж. Кстати, охранники просили тебя поблагодарить за то, что ты их разбудила. А, за это? Мне это ничего не стоило. А дальше? А дальше что, в пещеру, что ли? Или куда? Да в смысле, блядь? Какого хера? Как это, блядь, проходить? Ебануться. Вот так поворот, блядь. Собака, отъебись. Блять, может ты свалишь, нет? Да ёбаный в рот, как это проходить, вопрос? Это реально ёбаный стелс, ненавижу ёбаный стелс. Ни в каких играх, блять. Пиздец. Отвали. Просто отвали. Просто вали нахрен туда. Туда вали. Это было весело. Да уж. Кстати, охранники просили тебя поблагодарить за то, что ты их разбудила. А, за это? Мне это ничего не стоило. Блять, почему тут диалоги нельзя пропускать? Объясните мне, пожалуйста, что это за тупость, где нельзя пропускать сраные диалоги, а? Блин, я в курсе, что нам сюда, походу, да? Что? Подожди. В смысле? Я не мог вытащить ни один из блоков голыми руками. И чем-то собираюсь их вытаскивать. Чё за... Стоп, подожди, у нас это есть.
Я собирался как-нибудь прокопать путь внутрь. Опа-на. Джордж, смотри. Последнее, чего я ожидал, это того, что блоки на самом деле окажутся дверью. Ну иди. Это был эндшпиль. Мы входили в туннель, и я старался представить, что нас ожидает. Да, веселуха. Чё? Скажи мне, что этот звук не означает, что вход за нами закрылся. Нико, он как раз... Просто скажи. Кстати... Как хорошо, что этот звук не означает, что за нами закрылся вход, иначе мы оказались бы погребены здесь навечно. Спасибо, Джордж. Кстати, ты взял фонарь? Фонарик? Я думал, он у тебя. Нет, мы в самолете обменялись вещами. Но в грузовике мы поменялись обратно. Ага, и еще раз поменялись, пока шли пешком. Нико. Ты прав. Давай просто пробираться на ощупь. Эй, а это что? На ощупь приятно. Джордж. Ой, извини. Тя. Чё за... Люди, ты на них только посмотри. Славная тут, видать, была вечеринка. Похоже, тут умереть легко. Я бы не стал беспокоиться, во всяком случае, пока. Давай подождем еще минут 5. И как мы отсюда будем выбираться? Все будет хорошо. Да, я тебе рассказывал, как однажды в Сирии... В подробностях, иногда с картинками. Ой, откуда он появился? Я Анубис, страж храма. Анубис? Но ведь Анубис был богом, который охранял преисподнюю. Взгляни на интерьер. По мне, преисподняя и есть. Если вы пришли сюда, значит, вы ищете силу. Что-то вроде древней голограммы. Но сила даруется только тем, кто достаточно велик, чтобы управлять ею, и достаточно мудр, чтобы снести ее время. Вы должны пройти 2 испытания и доказать, что вы готовы. В этой камере вы подтвердите свое право следовать дальше. А если у нас не получится? Джордж, это запись. Ну да, я знаю. Я просто попытался поддержать разговор и... Я думаю, ты его спугнул. Странно, что он говорил по-английски. По-английски? Он говорил на чистом французском. Да. Да. Снова наслаждаемся жопой Нико. Слово почти, да? Так. Так, Анубис. Так, походу почти финал у нас, да? Так, подожди. Вот это загадка, походу, да? Стоп, подожди, она по очереди будет, что ли? Походу, что да, да? Ладно. Массивная дверь была запечатана. Чтобы через нее пробраться, потребовался бы динамит. Очень много динамита. Так, подожди.
три камня вставить, да? Раз. Я вставил странненький камень с альфой. Он встал на место с приятным щелчком. Чувак, я понял, что их нужно вставлять. Я вставил камень с изображением Дельты Нила. Да, он подошел, без вопросов. Окей, так, подожди. Я вставил кусок обсидиана с символом Омега. Точно, это было именно его место. Эй, Нико, мы с тобой в шоколаде. Слава богу, что у нас были при себе символы власти. Наверное, их вынесли жрецы храма, когда ранние фараоны перестали им пользоваться. Неудивительно, что люди считали их богами. Угу. Ну окей. Испытание оказалось подозрительно легким. Мне и думать не хотелось, что может за этим последовать. Так, чё? Мы были в новой камере. Окей. Она была похожа на одну из тех головоломок, которыми психологи мучают детей. Только гораздо больше. Давай поиграем. Ты начинаешь. Ой! Ох, лучше бы он этого не делал. Вы доказали, что обладаете властью, способной привести вас сюда. Теперь вы должны доказать, что обладаете достаточной мудростью, чтобы следовать дальше. Тогда нам крышка. Шш! Слушай. Внимайте моему рассказу о горе, хранителе законов. Однажды гор пришел в мир людей. На берегу Нила он нашел стражника, который охранял убийцу. Испуганного свидетеля совершенного преступления и брата убитого, который выглянул от обвинения. Стражник хотел перевести преступника, свидетеля и брата жертвы в здание суда, которое стояло на дальнем берегу. «Здесь нет паромщика», — сказал стражник Гору. «Как же мне отдать этого человека в руки правосудия?» И Гор отвечал: «Я перенесу вас через реку. Но здесь их трое, о могучий Гор», — сказал стражник. «Брат покойного полон гнева и наверняка сокрушит обвиняемого, если они останутся вдвоем. А если преступник хотя бы на минуту останется вдвоем со свидетелем, он наверняка его запугает, и суд не состоится. Итак, стражник доверился мудрости Гора и оставил их. Гор погрузился в размышления. Потом он стал носить этих троих через реку, туда и обратно, и так за 7 раз перенес их всех. Причем убийца и свидетель ни разу не остались вдвоем без того, чтобы рядом с ними был Гор. Также и брат жертвы не оставался вместе с убийцей в отсутствии Гора. И свидетель дал показания без страха и обмана, и свершилось правосудие. Итак, преклонитесь перед мудростью Гора. Ваше испытание – стать ее отражением. Мой рассказ окончен, и я готов повторить его шаг за шагом. Потерпев неудачу, дальше
дальше вы не пройдете. Однако запомните мои слова. Обман, мошенничество и подлог недопустимы. Что он сказал? Парень наверняка работает адвокатом. Это значит без жульничества. И преступник наказуем смертью. Или судьей. А те, кто был с ним, будут исторгнуты из всего места, и никогда более им не будет позволено пойти. Да, долго же он тарахтел. Я даже успел охренеть. Так. Перевозим убийцу. Так, стоп. А кто убийца? Киллер. Пусть Гор возьмет убийцу. В смысле? Подожди. Так, подожди. Брата? Подожди. Так. Ну. Второй переход через реку. Брата. Пусть Гор возьмет брата. Так. Так, подожди. Берем брата, берем... Пожалуйста, пусть Гор возьмет убийцу. Свидетелю. Так, подожди. Так. Четвертый переход через реку. И берем. Так. Свидетеля. Гор, пожалуйста, возьми свидетеля. Пятый переход через реку. Так.
Шестой переход через Цревлю. Пусть Гор возьмет убийцу. Давай. Джордж, у тебя получилось! Похоже на то. Отлично. Так. Погнали. Так, подожди. А. Такс. Впереди что-то светится. Наверное, мы пришли. А что, если у нас не получится? Да ладно, Джордж. Речь идет всего-навсего о будущем планеты. И то верно. Подумаешь, важность. Слишком долго, Освальд. Вам надо быстро или вам надо правильно? И то, и другое. Вот так. Еще один последний поворот. Возможно... Чего вы ждете? Дорог я боюсь. Поворачивай, Освальд. Жду. Поворачивай. Ровно через 24 часа сила дракона прорвется наружу. И станет моей. Давай, быстро! А вот и кавалерия. Как это скучно. Флэп, убей! Есть, босс! Ну, Нико, как тебе? Это был дряхлый старик, Джордж. Да, но палка у него была прибольшая. Рад видеть тебя, Бруно. Мне нравится ваше чувство момента. Это все Нико, она вечно по 100 лет собирается. Как вы меня нашли? Капитул святого Стефана, вернее, то, что от него осталось. У них был третий камень, да? Точно. Так вот ради чего все заварилось, а? Это исключительно примечательное инженерное решение. А где краник? Тут нет никакого краника. Здесь все весьма монолитно. Да нет, я хотел сказать, откуда идет энергия? А, это не здесь. Фонтан может пробиться в любой точке Земли на путях дракона. Понял. А эта штука говорит, где именно? Совершенно верно. Значит, она не опасна больше? О да. Если ее не трогать, она просто остановится. Еще на 12 тысяч лет. Не, я полагаю, навсегда. Мы должны гарантировать, что не придет новый Сусарро. Что дальше, Джордж? Как насчет поездки в Нью-Йорк, в который мы столько раз обещали друг другу поехать? Нет, я хотела сказать, что мы будем делать с Сусарро. С ним? Сдадим его полиции, я думаю. Нам еще нужно найти Петру. А ну отойдите. Проблема решена, я полагаю. Смотри, Джордж, твоя любимая блондинка. Заткнитесь. Моя дорогая, что тебя задержало? Мне надо было кое-что почистить. Неважно, теперь ты здесь, Освальд. Запускайте. Что я должна делать теперь? Я не с тобой разговариваю. О чем ты? Что? Разумеется, убить их.
Она обращалась ко мне, Сусаро. Нет! Этого не Великий может магистр. Быть! Эй, мы же уронили на вас собор! Столько знакомых лиц. Я весьма тронут. Петра, я требую объяснений. Я думал, никогда ты не доверяешь женщине в плите, Сусаро. Не тебе. Это Петра нашла меня там, под обломками. Это Петра выходила меня, вырвала из объятий смерти. Значит, ты была шпионкой с самого начала? Зачем тебе враги? Твой план столь изобретателен, что это впечатлило даже меня. И ты собираешься украсть мой труд, как ты раз украл тогда, когда украл мою организацию. Готов принести это будет плоды. Только справедливо. Я не вернусь покорно под твое начало. А я этого и не жду. Ты никогда не был среди агнцев, Сусаро. Ты всегда был волком. Я обольщен. Напрасно. Это означает, что я не смогу использовать тебя. Я бы сказал, ёбаный в рот. А теперь, если вы извините меня, я должен идти. Петра, как жаль. Да, кстати, займись если последними рядом, приготовлениями, заходите. Пожалуйста. Мы поторопились обрадоваться, Джордж. Мешает просто остановить эту штуку еще раз. Сделайте милость. Ее работа уже закончена. Фонтан ударит, и уже ничто не сможет его остановить. Что я вы сделаете? Я человек с нами? Справедливый. Я предоставлю вам точно такой же шанс, какой дали мне Джордж и Нико при нашей последней встрече. Если кто-то попробует последовать за нами, я убью его на месте. Что он хотел сказать? Такой же шанс, какой ему предоставили мы. Не могу поверить, что великий магистр жив. Как еще можно объяснить это? Как еще можно объяснить этому парню, на что мы намекаем? Бруно, вы его знаете лучше, чем мы. Не надо делать мне напоминания. У него есть какие-нибудь слабости? Он холодно и методично все рассчитывает, что делает его припадки бешенства еще более опасными. Он тщеславен, но знает об этом и ставит защиту, чтобы тщеславие не погубило его. Слабости, Бруно. Мы ищем слабости. У него их нет. Злонамеренный, беспощадный, способный на безграничное зло. Похоже на директора большой корпорации. Он был им когда-то. Нико, я к Петре как-то охладел. Наблюдать, как она стелится перед великим магистром, было страшновато. Рада, что до тебя все-таки дошло, Джордж. Понятно. Может, как бы не будем как бы тарахтеть, как бы нужно вроде как бы спасать мир, нет? Эй, Бруно! Да. Бруно, предположим, мы отсюда выберемся. Мы должны. Как мы тогда остановим великого магистра? Я отнюдь не герой, Джордж. Вы должны выбрать стратегию сами. Что вы скажете об этом странном устройстве? Оно далеко превосходит все наши достижения. Странно, что великий магистр его разрушил. Оно наверняка стоит миллиарды. Я полагаю, когда он завладеет силой дракона, деньги ему будут совершенно не нужны. Так, понятно. Ничего стоящего он нам не сказал, да? Так, подожди. В смысле, просто выбираться, что ли, и все? А ну, подожди.
В какую сторону? В эту? Бомба! Ложись! В укрытие! Джордж, ты в порядке? Не уверен. Мы уже умерли? Он вандал! Варвар! Отсюда можно как-нибудь выбраться? Моя голова. Давай осмотримся. А где Флэп? Под обломками, я полагаю. У нас нет времени его искать. Нам нужно срочно догнать великого магистра. Наверное, ты права. Я попробую найти путь наружу. Да, давай. И еще, Джордж. А? Если увидишь что-нибудь похожее на бомбу, в этот раз держись от нее подальше, ладно? Да уж, я постараюсь. Я не собирался оставлять ключ Соломона, чтобы им еще кто-то воспользовался. И что ты планируешь делать, Стобарт? Сейчас, ребятки. Подождите, я вернусь. Так, ребят, мы вернулись. Так, и что тут делать надо? Так, подожди. Что за прикол? Ага. А, вот. И что с этими камнями делать? Куда-то подтащить? Ага. Куда-то их нужно подтащить, да? Два камня. Подожди, а куда? Вопрос. И второй куда-то камень нужно подтащить, не пойму. Подожди. А да ёпрасоте, Джордж. Не разочаровывай меня. Так, подожди, куда его? В смысле, а почему именно сюда? Блин, подожди, а куда именно валить? Не пойму. Да, это было бы слишком тупо. А ну подожди. В смысле? А куда тащить камень? Ничего не пойму. Серьезно? Так он... Так ты ж вроде типа... Не понял. И...
Так, не пойму, я слишком тупой или чё? Стоп, подожди. Нам нужно камень куда-то перетащить или чё? Допустим, мы его на другую сторону перетащим. И чё это даст? Что-то даст или не даст? Но это мои предпосылки. Подожди. А, в смысле? Подожди. Стоп! Вот, остановись. Подожди. А ну-ка. Можно его с этой стороны долбануть? Ну, наконец-то. Подожди, а куда? Ёпарасоте, какое тут деревянное управление, а? Просто обосраться. И куда? Куда его двигать, блядь? В смысле? Куда двигать? Камень? Алло? Гараж? Не понял. Я не понял, а куда камень двигать? В смысле, сюда? Подожди, я понимаю, что может он затроить, типа. Ебать копать, куда камень двигать? Я ни хер... В смысле? Блять, почему он только в одну сторону двигается? Вот вопрос, какого хера происходит? Кто-нибудь объяснит мне, куда двигать этот херов камень, а? Реально ни хера не понимаю. Подожди. Чё? Подожди, вот сейчас он вроде бы его двигает. Подожди. Ну? Сейчас посмотрим. Вперед. Блять, серьезно? Вперед? Подожди. Это типа слоумо? Слоумо мазафака, да, типа? Подожди. Давай. Двигай туда, наверное, или куда? Стоп, все, по-моему, двинуть нельзя, да? Блять, забирайся, Джордж. В смысле? Подожди. А, наверх, может, имелось в виду? Куда? Подожди, а куда дальше? Я что-то не пойму ни хера. Блин, почти финал, ну так... Чего? Серьезно, его двигать сюда? Так, стоп, подожди, а почему он у меня не до конца додвинулся? Точнее, не додвинулся, что ли? Подожди. Вот стоп, стоп! Куда ты его потащил? Подожди, а можно... Нет. Как долго не материться в этой игре? Объясните, пожалуйста. Стоп, остановись ты, в смысле, подожди. Вот. Да в смысле? А чё он не двигается до конца? Я чё-то нихера не пойму, алё. Подожди. Вот. Подожди. Ебать, а как это всё работает? Нихера не пойму. Так, стоп. И теперь что вы мне этим хотите сказать? Допустим. Чего? Серьезно? Теперь нижнее говно перетаскивать сюда? Так, подожди. В смысле, а чё они так заморочились-то с этими камнями?
Ёпарасоте. Блин, надо же так заморочиться в натуре, а, чтобы мозги просто работали так. Это сколько ты времени теряешь, чтобы вот это пройти? Это ж просто капец. Сколько времени на это уходит, чтобы ты вот это сделал? Просто капец. Так, тормози, стоп. Как там его двинуть-то надо, камень? А, в смысле так? Ёпарасоте. Так, стоп. Вроде ты двинул или нет? Да, походу двинул. Ты должен теперь на ту сторону его передвинуть. Манать. Вот так прикол. Я бы реально так не догадался никак. Грёбаный принц Перси, вот реально. Отвечаю. Так. Я принц Персии. Забирайся, наверное, там, не знаю. Так, подожди. Бомба пробила проход в комнату с головоломкой про реку. Мы можем пойти туда. Нико, скорее надо сматываться. Минутку, Джордж. Посмотри на шар. Линии сходятся на юге Англии. Где это может быть? Гластонбери. Ну, конечно. Тор должен быть эпицентром. Теперь мы знали, куда двигаться дальше. Все, что нам было нужно, это выбраться из храма. Что это за место? Это фигура Анубиса. Восхитительно. Однако запомните мои слова. Обман мошенничество и подлог недопустимы. Когда она нормально работала, она выглядела гораздо восхитительней. Интересно, сколько еще осталось времени до того, как она совсем сломается и свет погаснет? Спасибо. Никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже. Ага. И если мы выберемся, как мы попадем в Гластонбери? Времени осталось так мало. Об этом не беспокойся. У меня есть друг, который сумеет нам помочь. Вы доказали, что ладьки властью достаточно для того, чтобы добраться сюда. Так, подожди. Теперь вы должны что обладать. Что, нажать кнопку, что ли? Дальше. Ты что это такое делаешь? Вытаскиваю вас с Бруно из этого места. Ты что, не слышал, что сказал Анубис? Если ты жульничаешь, он... Я знаю, что будет. Отсюда должен быть другой путь. Может быть, но мы не сумеем его быстро найти, а времени у нас нет. Прямо сейчас великий магистр летит в Гластонбери. Ты знаешь, что будет, если мы его не остановим? Ради всего святого, Джордж, ты этого не сделаешь. Пожалуйста, не делай так, чтобы это стало для меня еще труднее, Нико. Подожди, а где Бруно? Бруно! Бруно, что вы делаете? Совершенно то же самое, что делали вы, Джордж. Никто не должен жертвовать собой. Без мелких препирательств. В большой степени ответственность за случившееся лежит у меня. Я помогал великому магистру, я готов искупить свою вину. Нет, мы вам не позволим. Надеюсь, вы будете бороться с великим магистром более эффективно. Ты осквернил храм. Да, я осквернил.
это только запись. Джордж! Гнев Анубиса станет наказанием за твою дерзость. Они в этом не участвуют. А вы будете извинуты и никогда более не вступите в эти священные стены. Да ну, мы без него не пойдем. Если вы не уйдете, Джордж, он убьет нас всех. Вы должны уйти. Уходите или примите смерть. Я не могу. Я не могу вот так просто. Уходите или примите смерть. Если вы умрете, значит, это все действительно было напрасно, Стобар. Я знаю, я просто... Остановите великого магистра. Прощайте, Бруно. Я знаю, нам надо идти. Просто подожди минутку, ладно? Давайте заценим. Где мы сейчас? Яблочко! Держитесь, ребята, сейчас тряханет! Гластонбери, Хай-стрит, дамы и господа. Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. Кажется, такси не заказывал. Отличная посадка, Гарри. Спасибо, Джордж. Знаешь что? Я внял твоему совету и его застраховал. Скажите, пожалуйста, не наш ли это американский друг? Ух, приветствую, полковник. Не стесняйтесь, мой мальчик. Я задолжал вам стаканчик. Вы мне? Чертовски верно. Все пошло на лад в ту минуту, когда мы с вами встретились. Лиса! Вот моя девочка, твой Янки. Привет, Джордж. Привет, Мелисса. Лиси рассказала мне, как вы спасли ее от этого чертова хиппи. Я рад этому. Да. Бесконечно. С тех пор ни разу не был дома. Я снял в пабе комнату. Лиси тоже здесь работает. Так что вы будете пить? Полковник, я бы рад, но если вы не возражаете, я пойду спасать мир. Весьма уместно. Судя по его виду, он сегодня нуждается в спасении. А как насчет вас? Говоришь на моем языке, брателло. Мне половинку, учти. А, вы из колонии. Поздоровайтесь с Мелиссой. Она сама доброта. Спорим, так оно и есть. Салют, Мелисса. Привет, Гарри. Скажите мне, мой мальчик, вы женаты? Нет, не женат, но готов выслушать любые предложения. Ах ты молодец. Пошли, Нико, мы должны остановить великого магистра. Да, интересный поворот.
получается. Да. Интересно, 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 да? Так-с. Я так понимаю, что это будет у нас... Ох, его затопило, получается. Интересно. Что-нибудь скажет у нас? Эй, Нико. Ага. Что я хочу сказать о Gilligan Airlines? Так это то, что с каждым новым полетом они поднимаются на новую ступень. Так, окей. Второй раз в Англии, и я так и не был в пабе. Если мы не поторопимся, пабов больше не будет, Джордж. Логично, логично. Вот Гарри правильно сориентировался. Давай с этим покончим, и я поставлю тебе пиво. Интересный поворот. Так. Это получается последняя поездка. Последняя поездка. Ага, вот получается что-то делать. Битва будет. И конец, да? Да. Тут осталось совсем чуть-чуть, получается. То есть уже, грубо говоря, как я и предполагал, финал, да? Так, а что там нам делать? Опять головоломки, вы серьезно? Ладно. Придется смотреть прохождение. О, куда, чего, как, почему. Я так понимаю, это уже финал, да? Ну да, финал. Так-с. Какой нам дом валить? Ух ты, блин. Так, подожди. Мне очень хотелось присоединиться к Гарри и моим новым английским друзьям за кружечкой пива, но я знал, что меня ждут более важные дела. Не спорю, Джордж, не спорю. Подожди, а не в эту дверь вправую, нет? Нет, это было слишком нелогично. Так, подожди, а в какую тогда? А-а-а! Серьезно? Ворота тут открыты? Да ну нафиг. О май гад. Серьезно? И какой двигать? Офигеть. Чего? И куда его двигать? Сюда? Вопрос, а зачем? Да. Чего? Подожди, а почему именно сюда? Ничего не пойму. Серьезно? Подожди. Так, стоп, я ничего не пойму, а что происходит-то? Так, стоп, подожди. Стоп, как он это сделал?
Так, я слишком тупой или чё? Подожди. По-моему, я чуть-чуть туповат. Подожди, куда он его двинул? Так. My fucking god, да? Так, подожди, я так понимаю, что этот ящик нужно убрать каким-то образом, да? Так, либо я дурачок. Так, подожди. Допустим. И что тут теперь получается, нам надо двигать вот этот ящик к тому ящику, что ли, серьезно? Блин. Я походу немножко не так сделал. Подожди. Или так. Стоп. Я ж тогда не смогу это. Передвинуть другой ящик. Стоп, а почему этот ящик не слушается? А ну-ка, стопэ. Вот этот. Который двинуть я не могу. Чё за фигня? Ты чё, офигел, ящик неподвижный? Чешуенный ящик. Просто не слушался и всё. Так. Теперь. Мне нужно двинуть. А как это двинуть? Подожди. Ёбаные головоломки. Сюда нах. Ебать. Сейчас голова нахер опухнет от этих телодвижений. Я ж правильно сделал, нет? Или правильно? Вот так, трынь. Так, подожди, и дальше что? Два ящика осталось, допустим. А, его обратно втаскивать в этот, что ли? Раз... Два. Подожди, а с этим тогда что делать? А, отодвинуть этот ящик. Охереть. И подвинуть тот, да? Такс. Ага, теперь получается, отодвинуть его нужно еще и сюда. И подвинуть туда. Так, подожди, а куда его двинуть? Туда? Туда? Ой, подожди. В смысле? Подожди, двинуть. Туда? Вот. Подожди. Джордж. А, подожди, я понял. Теперь получается туда. Вот. Да. Хорошо, а дальше что делать? Чего? Серьезно?
А-а-а, нихера себе. Вот это поворот. И туда получается. Хера себе. Давай, Нико, тут придется прыгнуть, зато мы сможем здесь пробраться. Хера себе повороты. Че, кнопку надо что ли жать опять? Нихуя себе. Джордж, останови великого магистра, а я разберусь с этой сучкой. Нихера себе, Нико, да приди ты даешь. Приди ко мне! Я здесь, твой слуга! Ради бога, остановитесь! Это безумие! Сила дракона сошла на нас! Я вижу все! Все, что случилось в мире! Все, что создано Господом! Будущее! Вы убьете нас всех! С этой силой я буду жить вечно! Опа-на! Ролик! Да! Да! Подожди! Что происходит? Нет! Король Артур, что ли? Серьезно? Так, подожди. Нихера себе. Вот так прикол. Че, реально король Артур? Подожди. Кто это? Perhaps being a knight wasn't such a good career move out. Че? Perhaps being a knight wasn't such a good career move out. Ты чё, реально король Артур? Да ну нахер. Подожди. В камне, державшем меч, было углубление. Оно повторяло форму ключа Соломона. Так, подожди, какую форму? Опа-на, давай. Ага. Казалось, что ключ вплавился в камень. Теперь вынуть его не было никакой возможности. Давай, Джордж. Поднимитесь, сэр Джордж. В смысле? Ну? Нихера себе. Вот так поворот. Последний бой. Он трудный самый. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Ёпта. Ёп твою мать! Чё-то это был прям нежданчик, я скажу. Так, а куда? Блять! Уже! Нихуя себе! Вот так, блять, поворот нахуй. Подожди. В смысле? Ты куда, гнида, отправился? Чувствуешь смерть, паскуда, да? Опа. Ну чё, ебать? Подожди. Ага. Ну чё, ебать? Опа, блядь. Ой, блядь. Я слишком что-то рано отправился. Хотя бы отсюда! Ёбаный в рот! Ебать! В смысле, там же не перепрыгнешь вроде как. Ага. Бог, блядь! Пошёл! Пошёл нахуй!
Блять! Ну в смысле? О май гад! Долго же с этим... Блять! Хера себе! Так, подожди. А, вот как эту гниду отвлечь, да? Опа! Блин! В смысле? Так был же ж один выстрел, какого хрена? Ебать, подожди. Так, стопэ. А можно... Ну да, хер там. Так, подожди. Блять, обязательно ролик показывать, я в курсе, алло. Опа! Ну и чё? Давай, опа! Блин, давай, опа! Да в смысле? Ну чё за скрипты, блядь? Как они работают, ёбаный в рот? Блядь. В смысле, подожди. Ёбаный насос. Как он стрельнет, да, сейчас? Или когда он стрельнет? Блять, нахуй пошел! Блять, прячься, Джордж. Просто прячься за эту. Подожди, нахуй. Ну в смысле? Давай, стреляй. Давай. Мы победили, ребята! Ура! Дракон побежден! Yes, of course, my horse, yeah! Джордж победил! Ой! Ух ты ж, какое место показывает! Знаешь, после такого шоу ты точно превратишься в сплошной геморрой! Нико! Я подумал, что тебя убили! Ты что, так и не научился отличать парик от волос? Но я же видел, как дракон убил тебя! Не меня, а Петру. Она меня вырубила. Я только что пришла в себя. Ну, а куда она подевалась? Просто исчезла. Что это ты делаешь? Смотри. Ну вот, а я подумал. Что из воды высунется рука и схватит меч? Ну да. Приди в себя, Джордж. Ну, тогда значит все кончилось. Убегай себе, музончик. Качает. Ничего так. Ничего так.
думал, будет посложнее, но получилось. Себе, сколько эти субтитры идут по времени, это сколько, блин, у нас что, где-то здесь что ли субтитры закончатся? Специальное спасибо есть, как эти долго идут спецэффекты. Рио Хазуки, это чё, этот что ли? Фанат Шенму что ли был? Там прям реально был как будто Рио Хазуки. Это, наверное, его этот псевдоним. Ну что ж, дорогие друзья, извините, что так получилось. Короче, прервался стрим, пришлось запускать отсюда. Там были только титры, вот, и, короче, намек на то, что кто-то из, короче, из воды забрал меч. Ну, чисто такой, типа, скример, вот. Так что, что я могу сказать, в принципе, на прощание. Вот. Тоже, кстати, классный момент с этим шаром. Вот. Тут, в принципе, просто артики идут. Персонажей. Некоторые вот интересные моменты показывают. А, вот та самая жесткая церквушка, да? Злодея, Анубиса показывают. Великого мастера. Вот. Персонажей. Это, видимо, Артур. Тоже довольно круто сделан.
Вот, мне... А, вот это по новой. Мне понравилось, как показали, как затопила деревушка. Короче, что я хочу сказать. Ребят, игрушка мне понравилась. Несмотря на то, что они там перешли в 3D, несмотря на то, что было управление геморройное, какой я вывод хочу сделать. Но единственное, мне бесили два момента. Это перетаскивание ящиков убивало время. И жесткий просто стелс. Вот именно стелс тут был, ну, как сказать, не к месту. Ну а так, в принципе, игрушка мне понравилась. Я обязательно начну проходить четвертую часть для канала. Вот, первые три части мы прошли. Первую, вторую, третью и фанатское дополнение, даже 2.5. Вот, что я хочу, в принципе, сказать на прощание. Играйте только в хорошее. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Не забывайте про канал Казуку Family. Не забывайте про колокольчик. И всем, наверное, до новых встреч, дружочек. Всем спасибо, что смотрели. Всем спасибо, то, что досмотрели, дошли с нами до финала. Я очень благодарен. Ваша поддержка, лайки мне очень помогают. Да и любая, в принципе, поддержка, и новые зрители. Я очень рад тем, кто смотрит, тем, кто будет смотреть, тем, кто начнет смотреть. Ну, а с вами был Казуко Family. Мы прошли такую интересную игру, как Broken Sword 3, пробудившийся, точнее, спящий дракон, ну, потом уже пробудившийся. Вот. Ну, а всем до новых встреч, всем до новых игрулек, всем удачи и всем пока-пока.